Я родился в 2025 году. Но хотел бы вырасти в 80-х годах прошлого века, как все мои кумиры. Я живу в Коламбусе, штат Огайо. В 2045-м он до сих пор считается самым развитым городом мира. Но если вы живете в штабелях, вы этого точно не видите. Наше поколение называют потерянными миллионами. Потерянные не потому, что мы ушли и пропали. Идти-то ведь некуда. Кроме как в оазис. Место, где ты хоть что-то значишь. Мир, ограниченный лишь твоим воображением.